Антон, можно задать тебе очень серьезный взрослый вопрос? Ты веришь Деду Морозу? Конечно, я не только верю, я еще и каждый год пишу ему письма. А в последние годы я участвую в соревнованиях по баскетболу на призы Деда Мороза. Что это? Я тоже хочу приз от Деда Мороза. Я думаю, Анастасия Николаевна расскажет тебе об этом гораздо больше. Итак, в конце первого полугодия проходили игры на приз Деда Мороза. Вот мне стало интересно, Анастасия Николаевна, откуда пошла эта вот традиция такая? Ну, мы подсмотрели эту традицию с городских соревнований, то есть они проходили у нас в нашей школе постоянно, и мы решили, что между классами нашей школы тоже необходимо проводить такие соревнования. Ясно. А какие классы участвовали в 2014 году? Среди 6-7 классов отдельно проводился этот турнир, и среди 8-11 тоже, то есть две параллели участвовали. Вот на школьной линейке 29 декабря, точнее 30-го, было сказано, кто выиграл. Некоторых, конечно же, не было. Кто же стал победителем? Среди 6-7 классов бесспорным лидером стал 7-й Б класс, и среди 8-11 10-й класс первое место на ней. Спасибо. А какие советы вы можете дать командам и пожелания желательно? Ну, чтобы как можно больше классов принимали участие в этом турнире, стремились к победе, тренировались и участвовали.